Добрый день, здравствуйте, приветствую вас на своем канале «Мотоциклы для взрослых». Хочу сразу сказать большое спасибо компании Ducati Автодом. Мы в очередной раз снимаем видео про непрофильную технику в их прекраснейшем шоуруме, но мне приятно с ними, я так понимаю, им приятно тоже со мной. Будет вначале маленькая такая реклама, увидите красивый мотоцикл, который здесь можете купить. Вот, а данное конкретное видео у нас немножко вне очереди, потому что, по большому счету, сегодня я должен был снимать видео про моторезину. Я пригласил двух очень известных и интересных специалистов в области моторезины. Это британские ученые из Института современных проблем полимерных материалов. Но, к сожалению, я так понимаю, что один из двух, он, видимо, заболел, а второй, как мне кажется, он не перенес перелета и, так сказать, попал в запой. Ну, британцы в России, сами понимаете, особенно зимой, особенно в плохую погоду, это... ну, так сказать, тема под вопросом. Вот, поэтому сегодняшнее видео у нас будет посвящено в очередной раз моему мотоциклу BMW R1200GS там в правильном тюнинге и стайлинге. И, соответственно, наверное, процентов 10 и процентов 90 это будет про то, куда можно поехать мотоциклисту зимой. А это именно в теплые края, в данном случае это Черноморское побережье Краснодарского края. Что там можно увидеть, как там можно покататься, на что обратить внимание, что важно, что не важно. И, соответственно, такая получается скрытая реклама Краснодарского края, но, тем не менее, оно того стоит. Stay tuned, оставайтесь, я вам все расскажу. Побережье Черного моря, оно как бы, вот, ну, наше побережье, оно от Новороссийска в сторону Туапсе и как бы доходит до Сочи, дальше уже там идет Абхазия. Мы это не рассматриваем, потому что это неинтересно. Значит, наше побережье это от Сочи до Новороссийска, там примерно 350 километров маршрут. 350 километров серпантинов, где ты местами едешь там 20, местами едешь 30, ну, местами можешь там дуть, собственно, во весь мотор там, ну, где-то, ну, на гусе было, может, 210-215, он больше не любит, по большому счету, но у кого техника более мощная, там есть хорошие отрезки. У нас по традиции, получается, люди ездят в основном в Сочи. Ну, я туда не езжу, потому что, во-первых, больше машин, раз. Во-вторых, там затычные серпантины. Что я подразумеваю под словом затычные? Это серпантины, в которых ты едешь там на первой, ну, максимум второй передаче, где ты поворачиваешь там налево, у тебя с правой стороны гора, то есть ты не видишь, куда ты заруливаешь. Или, соответственно, поворачиваешь налево, у тебя с левой стороны гора. В этом нет никакого интереса. То есть, если вы хотите просто покататься там, ну, в овощном стиле, так, то можно, наверное, и в Сочи. Там, по крайней мере, гораздо больше выбор, где поесть, и большее количество гостиниц на разный бюджет. Соответственно, но если вы хотите погонять там, а как бы по мне, быть на серпантинах и не погонять, это как бы странная история. Также можно спокойно по МКАДу проехать там, или по ЦКАДу у нас, или просто вообще не ездить на мотоцикле. Ну, как бы у каждого своя философия, я прекрасно понимаю. И поэтому вот те, кто хотят просто аккуратно поездить, то можете выключать, ставить там на паузу, здесь ничего интересного для вас не будет. А вот для тех, кто любит погонять, я расскажу дальше. То есть история такая, что от Сочи до Туапсе практически все серпантины затычные, гонять негде, первая, вторая передача, огромное количество машин, соответственно, там обгоны, ну, там затруднены по большому счету, ну, если вы там как-то волнуетесь или хотите ездить по правилам. Если же вы хотите нормально поездить, то вам надо ездить на маршруте от Туапсе, это где-то вот, вот это Черное море, допустим, вот здесь вот Туапсе, вот здесь Новороссийск. Вот от Туапсе до Новороссийска вот здесь прекрасные ходовые. Там есть пара, ну, тройка затычных мест, но, в принципе, это тоже интересно. То есть ты, например, вниз такой с хорошего хода раз, упираешься в гору, там, сбрасываешь себе передачу, тормозишь прекрасный, хоп, выходишь там, ну, на первый, и дальше пошел. Можно что сделать? Можно разбить маршрут на две части. То есть можно поехать, например, один день из Туапсе до Новороссийска, второй день можно у себя усложнить задачи и увеличить пробег, то есть сделать там заезд в горячий ключ,
В Горячем Ключе есть как минимум 3 ресторанчика, очень достойный. Один справа большой шашлычный, и один там будет слева, такой тоже как бы кавказский, но такой нормальный. И один там в середине, вы поймете, о чем идет речь. То есть с точки зрения поехать там перекусить, немножко отдохнуть, и потом дальше либо развернуться в Туапсе, если вы там базируетесь, либо, например, дальше довернуть и поехать в Новороссийск, если вы базируетесь в Новороссийске. Рассказываю, значит, с точки зрения бензина, там заправок полно. Ну, я традиционно езжу на лукойловском бензине. Говорят, что есть хорошие газпромовские. Я там заправился и на Газпроме, и на Лукойле. Разницы не почувствовал. То есть можете и там, и там. Особенность такая, как бы, ну, понятно, те, кто прям конкретно берегут свой мотоцикл, они заправляются сами, то есть заправщику не говорят, иди заправь. А как бы местные заправщики сами опасаются и боятся мотоциклистов, потому что, когда я говорю, ну, там, полный бак мне залить, он говорит, не, я боюсь, я сам залью. И как бы это неоднократно случалось, учитывая, что я туда езжу, наверное, лет 6, то есть я туда езжу один раз точно в октябре месяце и несколько раз зимой, в зависимости от погоды. Там картина это примерно повторяется, поэтому заправляйтесь сразу сами. Но есть нюанс, то есть нужно, в отличие от Москвы, где ты взял там и заправляешь, потом идешь, оплачиваешь, здесь нужно сначала пойти сказать, чтобы тебе включили до полного бака, видимо, для того, чтобы лицо там тебя идентифицировало по камере, если ты вдруг решишь залить полный бак и уехать, чтобы тебя поймали. Но я так понимаю, иначе нет смысла. То есть ты идешь сначала туда, говоришь, что до полного бака, потом заправляешь, потом еще раз идешь, уже оплачиваешь. Немного неудобно, но будем называть, что это кубанская специфика национальная. Ну, как есть, так есть. Вот, по поводу расстояния и времени. Значит, от Новороссийска до Туапсе там 152 или 156 километров. Я все время забываю точно померить, но вот это ошибиться вот в двух цифрах только могу. Либо 152, либо 156. Если ты едешь туда, там где-то в Туапсе, например, ешь, обедаешь, там поздний завтрак или там второй обед или что угодно, возвращаешься обратно, то у тебя получается там 300, где-то 15-320 километров. Если ехать активно, то 315-320 километров за один день по серпантинам, где ты свешиваешься, где ты спокойно там вруливаешь туда там или сюда, да, то это хорошая нагрузка на весь организм. То есть по факту опытным путем вычислено, что надо кататься два дня подряд. То есть, например, вы туда приехали, один день долбанули там 300+, второй день долбанули 300+, потом вы отдыхаете один день, можно съездить там в Абрау-Дюрсо, можно, например, просто, условно говоря, погулять по набережной, размять ноги, потому что первое, что болит, это ноги всегда. Ты ногами держишь мотоцикл, ты как бы ногами переставляешь пятую точку по сидению, соответственно, болят ноги. Ну, в меньшей степени спина, а руки вообще не болят, это не проблема. Вот. И дальше, если вы прям такой хардкорный мотоциклист, то можно прокатиться еще один день. То есть, по факту, два дня катаемся, один день там культурно-развлекательная программа и еще один день катаемся. В целом за три таких полноценных дня получается 1000 километров. То есть 1000 километров по серпантинам это прям очень даже здорово. По крайней мере, вот у меня, например, условно говоря, вот это 600-1000 хватает, ну, примерно на месяц. То есть ты месяц такой думаешь, ну все, я как бы покатался, настроение хорошее, там все прекрасно. Значит, как попасть, во-первых, в Туапсе и как попасть в Новороссийск? Все зависит от того, что вы выберете. То есть, если вы, например, решите остановиться в Новороссийске, то там достаточно большое количество разных отелей, там на разный кошелек и разный вкус. В Туапсе тоже много отелей, но они такие, там, как бы такие диковатые, назовем это так. Это раз. Есть хороший, прям вообще хороший в полный рост отель, называется «Лавикон». Он не в самом Туапсе, а рядышком в поселке Небук, но условно это у вас будет отдых, как в Турции. То есть вы вот в этом вот месте находитесь, все, у вас там прекрасный ресторан, вниз можно спуститься к морю, там походить, понюхать этот прекрасный морской воздух. Но инфраструктуры больше нет никакой, там можно в Туапсе ехать на такси только, но это как бы неудобно.
Если же вы останавливаетесь в Новороссийске, то большой выбор гостиниц, большой выбор ресторанов, там можно там кафе, опять же, на любой вкус, там на любые пищевые привычки, кому что нравится, есть все. Ну, я в последнее время останавливаюсь в Новороссийске, мне там больше нравится. То есть до этого я останавливался все время в Лавиконе, но ты как бы такой приезжаешь, как этот, как русский турист в Турцию. Вот у тебя здесь есть некая культура, а дальше, в общем, дикие места. Вот чтобы этого не было, приезжайте в Новороссийск. Как туда привезти мотоцикл? Ну, мне немножко проще. Я беру с работы большой микроавтобус Mercedes Sprinter, в него гружу и еду. Значит, из Москвы до Новороссийска получается 1560 километров. Если ты такой прям бодрый водитель на опыте, который много там, я посчитал, что я примерно, может, 1,5 миллиона километров накатал вообще. То есть я езжу примерно там 15, о, вру, конечно, как опытный рыбак и опытный водитель, я немножко вру, ладно. Значит, я последний раз ездил в Новороссийск за 16 часов туда и за 17 с половиной часов обратно. Зависит там от трафика, от снег, не снег, гололед, не гололед, от подготовки. Можно, например, для того, чтобы сделать более комфортным путешествие, если есть такая возможность, взять, например, там, я не знаю, Яндекс, какой-нибудь там фургон, запихнуть туда мотоцикл и поехать. Вот. Можно остановиться в Воронеже. В Воронеже огромное количество хороших гостиниц за адекватные деньги. Там куча хороших тоже ресторанов, кафе и кого угодно, забегаловок, там, кому что нравится. Соответственно, можно проехать там 550 км до Воронежа, в Воронеже переночевать и дальше влупить, условно говоря, до конца, до самого Новороссийска или до самого Туапсе. Если же опять там есть опыт и бодрость духа, то можно за один заезд это сделать. Ну, как бы где-то из Москвы примерно выезжаешь там от 4 там, до 6 утра, в это время ты выехал, и, в принципе, можно спокойно успеть к последним заказам еды вот в самом Новороссии, где-нибудь там ресторан до 11 работает, вот ты к 11 приезжаешь, там, заказал, поел и дальше спать. Вот, альтернативный вариант, есть много транспортных компаний. Есть транспортные компании, там всякие ПЭК, СДЭК, там какие-то южные, там свои. Надо прошерстить интернет, соответственно, дальше вызвать эвакуатор, чтобы из гаража до терминала транспортной компании в Москве довезли мотоцикл. Соответственно, они здесь его упакуют, отправят его в Новороссийск или там в Туапсе, где вам больше нравится, а там на терминале вы уже в экипировке его встретите и дальше поедете. И дальше также вы довезете туда, сдадите его, и, соответственно, они его привезут в Москву. В принципе, получается довольно-таки, ну, скажем так, эквивалентная история. То есть, если ты едешь на машине туда, вот там на спринтере, он с хорошего хода ест примерно там 13-14, ну, скажем так, 12-14 литров на 100 километров. И получается, я подсчитал, там примерно 12 тысяч стоит дорога туда, и 12 тысяч по топливу стоит дорога обратно. Если ехать спокойнее, медленно смотреть по сторонам, то, соответственно, у вас расход падает. Ну, будет там, он есть не 14, не 12, например, а 10. По деньгам это будет меньше, по времени это будет дольше. То есть, в принципе, выгодно, по большому счету. Сел, влупил, приехал, все. Отправка мотоцикла из Москвы до там, Туапсе или из Москвы до Новороссийска, я так подозреваю, будет стоить там примерно 15 тысяч в один конец. Может быть даже так, что история из Москвы туда будет стоить дороже, чем оттуда в Москву. Наверное. Ну, надо посмотреть. То есть, как бы возьмите Яндекс или там Google, прошарьте, позвоните, со всеми переговорите, и вы поймете, о чем идет речь. То есть я к тому, что финансов примерно то же самое. Только, ну, я люблю брать много багажа, у меня там здоровенная сумка с экипировкой, сейчас про экипировку расскажу, и поэтому я, в принципе, все напихиваю, огромная сумка с одеждой, с обувью, экипировкой, и поехал на автобусе. Если же ты отправляешь его транспортной компании, то имеет смысл, конечно, отправить чисто мотоцикл, а, соответственно, экипировку всю взять с собой. Теперь про температуру и экипировку. Основной алгоритм такой, вот у тебя появляется какое-то окошко там, оно должно быть обязательно плавающее, то есть плавающее окошко, типа там я могу взять отпуск там на неделю, вот с таких-то по такие-то, в течение 2 недель. Дальше ты мониторишь температуру там по телефону, то есть температуру и солнышко. И вот где-то за неделю начинается там, условно говоря, последний день, ну, прикидочный, например, хороший, потом приближаешься к нему, там за 6 дней уже хороший, что-нибудь появляется. В общем, идея такая, что вам на ваш период нужно обязательно, чтобы на протяжении 3-4 дней погода, вот на тот период, на который вы как бы нацелились, она оставалась одинаковой, причем по всему маршруту.
Чаще всего в Новороссийске бывает немножко более прохладно и дождливо. В Туапсе и Горячем Ключе всегда теплее. Не знаю, как это. То есть вы смотрите по маршруту Новороссийск, следующий Геленджик, следующий Горячий Ключ и следующий Туапсе. Вот в этих четырех местах вам нужно в течение 3-4 дней засечь именно солнышко без какой-либо вероятности дождя. И температура, ну там где-то, допустим, ну от 8 градусов и выше. Вот в какие-то прошлые года я открывал сезон, там 2 января было дело, 3 января, и была температура 15-18. В этот раз я приехал на 2 дня, то есть я как бы был готов 2 дня в пути, то есть мчать туда и мчать обратно, ради 2 дней покататься, потому что что-то как-то погода была плохая, вот эти зимние каникулы заканчивались, и я как бы прям вот каждый день я много раз смотрел и ждал, сейчас поедем, и потом бац, все, едем. 2 дня тепла, и мы едем. 2 дня были какие? То есть первый день был где-то 5-8 в Новороссийске, Геленджике. В это время в Туапсе было где-то 13-14. То есть начало было такое по-прохладному, и потом дальше ты приезжаешь в теплое. Второй день было тепло везде, по всему маршруту. И вот сейчас я как раз перейду к экипировке. Желательно с собой брать, допустим, штаны, это не так принципиально, они могут быть одни. То есть я брал вот эти BMW моторадовские, какие-то там City Denim 2, свои любимые штаны одни, а куртки должно быть две, одна потеплее, одна попрохладнее. Потому что может так оказаться, что погода, условно говоря, солнце во весь этот период есть, а погода может быть по факту чуть холоднее или чуть теплее. Вот, соответственно, берите одни штаны, две куртки. По поводу экипировки в смысле ботинок, там мотобот, ну, как бы я всегда приверженец по максимуму и делать, что называется, выбирать хорошую экипировку гоночную. У меня там в этот раз я брал Дайтону свою, но в Дайтоне при плюс 15 жарко. Ну, то есть, как бы, если ты готов терпеть, ну, ты терпишь. Если ты не готов терпеть, берешь что-нибудь более вентилируемое. Но экипировка должна быть в любом случае хорошая и мультифункциональная. Я вообще приверженец использования максимально защитной экипировки. То есть там хорошие боты, хорошие перчатки, хорошая куртка, там желательно кожаная с большой спиной, хорошие мотоштаны. Ну, как бы, естественно, каждый там выбирает для себя сам приоритеты. Но учитывая, что мы едем кататься по серпантинам, то есть там будет чистый асфальт, нормальные скорости, то, соответственно, желательно экипировку взять получше. Вот, и если вы отправляете мотоцикл транспортной компании, то берите там большие чемоданы, все это запихиваете и как бы езжайте. Значит, что еще из особенностей? То есть 6 там, лет назад культура вождения там была не очень хорошая, то есть мотоциклистов вообще никто не пропускал. Но как бы тебе главное понять алгоритм. То есть если ты понял алгоритм, то как бы ты не удивляешься ничему. Тогда никто никого не пропускал, ты как бы сам по себе, они сами по себе, какие-то сраные мотоциклисты ездят, тебя никто не пускает, неважно. Значит, ты ездишь там спокойно, понимая, что как бы вот ты сам по себе, они сами по себе. В последнее время все лучше и лучше и лучше. Стали смотреть в зеркала, раз, стали пропускать, два. Как я и говорил там в предыдущем видео, важный момент – это убедиться в том, что действительно тебя пропускают. То есть человек сместился, и при этом ты его обгоняешь, но ты обгоняешь таким образом, что даже если он вдруг пошел обратно, то есть он в этот момент там телефон засмотрелся или куда-то там идет обратно, то ты все равно проскакиваешь, он тебя не сжимает никуда. Ну, как бы, что я вас учу, вы все сами умеете. По поводу самой езды по серпантинам. Как я и говорил, вообще по-хорошему надо смотреть видео, прям вот конкретно там есть много англоязычных хороших блогеров, кто рассказывает, как правильно сидеть на мотоцикле, что ты делаешь там на входе в поворот, в середине поворота и на выходе. Если вы как бы понимаете, что вы делаете или хотите понять, вы можете ехать и как бы тренироваться. То есть тренироваться не в плане там закладывать максимально возможные виражи, а именно вся тренировка заключается в том, чтобы вы просто в каждый момент времени знаете, что вы делаете сейчас и что вы делаете следующим. И желательно еще один шаг вперед. Смотрите иностранных блогеров хороших, раз. Из как бы наших, я, честно говоря, даже не представляю, кто вообще хорошо рассказывает. Я знаю, Джет хорошо рассказывает про какую-то там подвеску,
про вообще про мотоциклы, но я что-то не помню, чтобы он именно про спортивную езду, но потому что как бы мы все как бы в крупных городах ездим прямо, немножко по развязкам и на светофоре, там налево и направо, это немного не то. То есть мы можем лупить между машин, уметь, но я не люблю, ну как бы приходится. А соответственно, те, кто там живут, им сам Бог велел, как я всегда говорил, что типа если вы живете рядом с серпантинами и по ним ездите, ну вам сам Бог велел уметь ездить как боги. Но по факту, как бы без обид, товарищи с Черноморского побережья и краснодарцы, не очень-то вы здорово ездить. То есть у вас как бы опыта достаточно, но это бывает как у таксистов. То есть у таксиста может быть там 500 тысяч километров пробега, а он не понимает, когда переключать скорости, и когда руль поворачивать, и когда как бы его в обратную... Ну, короче, все понятно, да? Вот, поэтому, что я могу сказать? Вот очень важный момент обучения. Смотрите, спрашивайте, учитесь. Вот выезжаете, условно говоря, и отрабатываете какой-то один там элемент, например, положение ног в повороте, в смысле, положение ног на мотоцикле при движении впрямо, при повороте налево, при повороте направо. Вот вы выезжаете, не обязательно гнать быстро, это даже, кстати, не нужно, нужно ехать просто спокойно, но при этом делать все правильные движения. И для чего это? А это все, собственно, для того, что мы никогда не знаем, что у нас, так как мы не на треке, мы не знаем, что у нас дальше за поворотом направо или за поворотом налево. И когда вы правильно едете на мотоцикле, там, вот, правильно, академически правильно и спокойно, и это значит, что в любой момент вы можете поменять траекторию, вы можете притормозить, да, кто-то боится тормозить в поворотах, но это все полная туфта, это какие-то страхи, связанные там с Ижами, Минсками, что у нас еще было, Явами, с Херлей Дэвидсонами и прочими чоперами-шмоперами, которые вообще не предназначены для езды, а предназначены только для того, чтобы показать себя, какой я красиво еду, смотрите. На мотоциклах можно тормозить в повороте, потому что в 95% случаев вы выбираете максимум процентов 60 от возможной скорости. А это значит, что у вас есть процентов 30 на то, чтобы притормозить, переложить, распрямить траекторию или наоборот ее заузить. То есть вы можете как угодно, но если вы едете на подломах, раз, на подломах это как мото-джимхана, то есть когда при повороте туда мотоцикл отклоняется в одну сторону, а гонщик отклоняется в другую. Но это бред. Не работает так на хорошей скорости. Если вы ездите на подломах, либо ездите как поплавок, то есть вот так, то тогда, конечно, шансы что-либо объехать в повороте у вас меньше намного. Но опять же, я никого не учу, есть там специальные люди, есть специальные школы, есть там мотошколы городской езды, есть мотошколы и там спортивной езды. Вот, собственно, ищите и учитесь сами. Теперь про резину. Тоже много раз отмечал, что... Да, Глеб, покажи, пожалуйста, резину. Сейчас я вот так вот... Ты, да, и я вот так вот сейчас оп, сделаю. Куда мы будем смотреть? Мы будем смотреть на вот так называемые chicken strips. Вот они. Так как это гражданская резина, это Continental Road Attack 3. Я в видео неправильно сказал, что это Road Attack 4. Ну, я как бы торгаш, да, у меня есть там товар и есть навар. Ну, я, конечно, шучу, но почему-то я подумал, что это 4. 4 в России нет вообще. То есть еще пока ее не завезли, появится, наверное, где-то в начале марта. Вот, это Conti Road Attack 3, но при этом, вот покатавшись прям как следует достаточно быстро, насколько позволяет мотор этого гуся и насколько позволяет развесовка там и мое умение, я могу сказать так, вот перед я закатал, там где-то сантиметр остался, но дело, в общем-то, не в этом. А это нормальная картина для такого класса мотоцикла, когда у тебя зад закатан в упор почти, а перед там сантиметр. Дело в чем, что вот эти вот краешки, вот эти вот боковые, вот я вам показываю, да, я когда приехал в Туапсе, там как бы последние, условно говоря, когда ты заезжаешь в гостиницу там поесть в этом Небуге, ну я называю Туапсе, хотя это Небуг, ты с горы вниз так хоп, с хорошего хода там с четвертой передачи 3, 2, 1 и зарулишь в гостиницу. Я приехал, потрогал, они горячие. Так вот, про резину, то есть получается первое, хорошую, новую, классную европейскую резину
вы точно не доедете до грани, да, когда у вас там будет срывать перед или там, условно говоря, зад, там как-то. Ну, с задом есть вопросы. Тут как бы умение на выходе из поворота плавно, аккуратно, уверенно, прогрессивно откручивать газ. Так вот, значит, то, что я начал рассказывать, вот эти липкие края очень приятно, вот они до сих пор такие черненькие. Вот у этой резины пробег 620-630 км, то есть там 1 км у меня по поселку и все остальное там. Износ как такового, естественно, здесь нет, потому что это маленький пробег, но характер, вот, ну прям ты вот пальцем почувствуешь, вот прям вот она такая, ну, наверное, я думаю, вам будет видна. Если не видна, ну уж поверьте мне на слово, что называется, шершавая резина. Была липкая, когда я приехал, это первое. Второе, как я неоднократно говорю, вот эти там давления, которые рекомендует производитель мотоциклов, вот здесь, например, 2,5, вот там 2,9, это много. То есть это какие-то там сраные экологи, вот эти все псевдоборцы за чистоту мировой среды, да, они влияют крайне негативно, и люди просто, которые как бы нормально, они открывают инструкцию, читают давление, там дуют, но едут они неправильно. То есть для того, чтобы хорошо работала резина, чтобы она грелась, чтобы она амортизировала, чтобы она работала, да, нужно делать давление меньше. Вот спереди, я все время говорю, ставьте смело 2,2, вот здесь написано 2,2 бара. Ставьте смело 2,2, и на современной, хорошей, новой резине у вас никаких проблем не будет. Значит, а сзади ставьте там 2,4, 2,5. Вот здесь тоже, но у меня здесь написано старые цифры 2,9, мы их не сорвали, это многолетние, сколько там, лет 7, наверное, этим цифрам уже. Ставьте 2,5, 2,4. Соответственно, вот здесь я покажу, Глеб, погляди, мы где-то, ну, 5 миллиметров осталось, вот я покручу. Посмотрите, 5 миллиметров осталось, безопасно, то есть я езжу со свешиванием, то есть у меня в любой момент еще есть как минимум там сантиметр для того, чтобы ты что-то увидел, такой опа, хоп, и мотоцикл выпрямил или наоборот его доложил в поворот и, соответственно, прошел. Наверное, вот на этом и все, по большому счету, потому что как бы эта тема бесконечная. Скажу, в принципе, гусем доволен, то есть он едет хорошо от нуля где-то до 160, то есть 160-200 он уже так, типа, может, не надо, там, ну ладно, ну давай попробуем. Кому хватает этого диапазона 0-160, в общем, пожалуйста, даже 1200-й гусь прекрасно с ним справляется. По тормозам, как я говорил, в одном месте я немножечко подогрел передний, но судя по цвету тормозных дисков, был вопрос не к дискам, а к колодкам. Ну, понятно, что это я потом все поменяю, но как бы сапожник же без сапог часто бывает, и поэтому я в самую последнюю очередь поменяю здесь тормоза. Сейчас как бы есть некий дефицит тормозных суппортов Brembo в России. У меня есть, но я их жду для клиентов. Ну, в смысле, отложил и жду, когда придут и клиенты купят для себя. Я как бы оставил, потом поставим. Так вот, колодки, может быть, я там получше поставлю, чуть, может быть, нет, не знаю. Но в данный момент к конфигурации тормозов претензий не было. Но здесь стоят большие передние. Ну и потом я как бы очень активно использую торможение двигателем. То есть на моем уровне езды это очень здорово помогает. То есть, когда вы будете ездить там еще быстрее, то, соответственно, торможение двигателем будет вам вредить, и, соответственно, нагрузка на тормоза будет больше за счет, ну, там, скажем, слегка другого стиля пилотирования, но это все отдельная история, трогать мы ее пока не будем. Потом. Сейчас пока нет. Вот. Про резину я вам сказал, что все прекрасно, она липнет, и даже Road Attack 3 прекрасно работает, не говоря про Sport Attack, там 2, 3, 4. Про то, как туда приехать, я вам рассказал, про то, что там делать, какие особенности, я вам тоже рассказал. Про резину, знаете, в конце добавлю, что вот сейчас, в последнее время, очень много людей меня спрашивают про резину, а что вы порекомендуете? Вот я прям, знаете, вам рекомендую прийти в салон BMW Motorrad, в любой, прийти, там, как правило, стоит большое количество мотоциклов.
Вот вы приходите и аккуратно фотографируете название резины на всех мотоциклах BMW, какие вы увидите новыми в салоне. И вот такую резину вы не покупаете никогда. То есть покупаете любую другую. Ну, например, вы приходите в Ducati, фотографируете и понимаете, что вот это можно покупать. Все, что ставит BMW завода, покупать нельзя. Потому что BMW всегда ставит самое дешевое, самое компромиссное, выжимает какие-то дополнительные скидки. А им производители моторезины, естественно, по скидкам ничего хорошего не продадут. Опять же, важный момент. На BMW никогда не ставят Pirelli. Потому что Pirelli не готова раздавать свою резину за копейки. На BMW никогда не ставят Continental, потому что Continental не готов продавать свою хорошую резину за копейки BMW. И один, по-моему, только раз я видел резину Midzeller на BMW. Но это был какой-то короткий период времени. Видимо, условно говоря, весь шлак, который был у других производителей, они уже скупили. И, соответственно, осталось чего-то, ну там, недоукомплектованной резины, и им пришлось доплатить нормальных денег за Midzeller, по-моему, Roadtec 01 на S1000XR, когда была очень короткий промежуток времени. Так вот, вы не покупаете Мишлен, потому что это шлак, и вы не покупаете все то, что покупает BMW на новую технику, потому что это тоже шлак. Все остальное можете покупать. Пока. Следующее видео будет про резину в другом составе. Надеюсь, британские ученые все-таки ко мне присоединятся, и мы вам сделаем огромный такой выпуск, прям очень крутой выпуск про моторезину. Пока.